дорогие друзья, хотим сказать, что именно для того, чтобы проинформировать вас, горожан, мы пригласили всех сюда. Да, сегодня воскресный день. Да, может быть, кто-то не придает серьезного значения этой теме, но мы с вами с 1 января 2019 года, который наступит буквально через 2 недели, столкнемся с произволом в отношении наших домовладений, наших семей. Поэтому мы призываем вас внимательно послушать, оценить степень опасности и, более того, увидеть позицию властей города Красноярска и края. Сегодня у нас объявлен свободный микрофон. Дорогие друзья! Снегири, снегири и снег, под листьями всюду снежные карнизы, и дома убавили свой рост, все чуды.